31 октября первый вице-президент Азербайджана, президент фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, побывала в школе-интернате номер 10 санаторного типа в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку. По инициативе фонда Гейдара Алиева Министерство образования провело в здании работы по капитальному ремонту и строительству. В школе-интернате обучением и воспитанием учащихся в азербайджанском и русском секторах занимается педагогический коллектив из 97 преподавателей. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также посетила ясли-детский сад номер 64 в Наримановском районе столицы. Двухэтажный ясли-детский сад из двух корпусов рассчитан на 95 мест и состоит из 5 групп. Ознакомившись с группами, Мехрибан Алиева побеседовала с детьми. Затем первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила Центр реабилитации детей с синдромом аутизма в Баку, действующий при общественном объединении «Вместе и здоровы» в Нариманском районе столицы. Центр функционирует при поддержке фонда Гейдара Алиева. Мехрибан Алиева встретилась с детьми, ознакомилась с условиями их проживания, оказываемыми услугами социального и реабилитационного характера. Дети подарили первому вице-президенту свои работы.